приветствую вас, меня зовут дядя Митя, и посмотрите, в каком месте прекрасном я сейчас нахожусь, чтобы записать это видео. Это видео я готовил практически год, я ждал осени, ведь осень — это пора осознаний, осень — это пора раздумий. Правильно ты сделал, правильно ты поступил, все ли ты успел. И вы знаете, то, что в том году я попал в аварию, и в том году летом я ничего не успел, а в этом году я побывал в многих местах интересных. Все было круто, но все равно такое ощущение, как будто что-то не сделал, куда-то не сходил, куда-то не съездил. И вот это ощущение, оно меня не покидает до сих пор, и я хочу еще и на зиму распланировать свои планы. Куда мне съездить, где побывать? Ведь летом не останавливается жизнь. И весной тоже. Хотя весной, конечно, пора путешествий. Все расцветает. Улучшается настроение весной. И ты понимаешь, что ты готов на многое. Многие люди покупают автомобили к лету, чтобы ездить на речки, ездить на пикники, шашлыки и все такое. А ведь осенью прохладно. Хочу порассуждать на эту тему. И осень, ведь недаром многие поэты все-таки посвящают этому времени года очень много стихов. Вы сами прекрасно знаете об этом. Ведь про лето, ну я не знаю стихи. А летом все-таки стихи не пишут. Не знаю, почему. Про лето как-то все гуляют, все гульбанят, все веселятся, радуются, ходят в клубы и ездят на природу отдыхать. А вот осенью все-таки, блин, мне нравится это время года. Классно, светит солнышко. Я сейчас нахожусь в прекрасном месте, на середине озера. Кривое, мне уже подсказали, то что вообще классно. И я просто кайфую, то что я живу и наслаждаюсь этой жизнью. Когда ты живешь здоровый, и тебе ничего больше не нужно от этой жизни, как только каких-то мелочей, денег. И все. Деньги — это мелочь, но когда ты здоров и счастлив, то деньги — это переходят на второй план. Так что не зацикливайтесь на деньгах, радуйтесь каждому дню, наслаждайтесь, когда вы просыпаетесь. Я все продолжаю, что такое осень. Ну, довольно-таки интересный такой момент, то что я не могу на него даже ответ дать. Мне все-таки в это время хочется задуматься просто. Правильно все я делаю, неправильно. Может, что-то нужно изменить в своей жизни. Может, что-то не надо менять в этой жизни. На самом деле, очень много таких мыслей посещает именно почему-то в это время года. Когда листья желтые, когда вот эта пора такая, увядание. И когда ты думаешь, блин, как все классно все-таки. Не, ну, а кто думал, то, что год назад все это будет именно таким образом? Так изменится моя жизнь. Всего за год просто поменялось кардинально. И планов еще очень-очень много. Ну и все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И осень — это самое красивое время года. Не знаю. Все-таки весна — это такой момент, то что, ну, не знаю. Все-таки вот осень мне больше нравится. Особенно теплая осень. Классно. Все. Всем удачи. Всем пока. Я буду дальше наслаждаться, фотографироваться, узнавать все более-более интересные моменты. Все. Всем удачи и пока. Не забудьте на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя. Все-таки все. Пока.